Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. А здравствуйте, добрый день, телерадиоканал «Страна FM». Александра Хайрулина в студии. Друзья, встречайте, аплодируйте. Ура! У нас в гостях сегодня Натан. Добрый день. Привет огромный. Привет. Спасибо, что добрался все-таки. Очень извиняюсь, что опоздал. Принимаем извинения, но знаем веские причины. Во-первых, пробки. Да. А во-вторых, одна из главных причин, конечно, это выход буквально со дня на день твоего нового клипа и нового трека. Да. Сегодня, друзья, премьера состоится, но премьера песни у нас в эфире, да, пока с нашим клипом. Кстати, он получился у нас тоже очень красивый. Ты посмотришь, оценишь потом. Да. Давайте, давайте, с удовольствием. Да, ну а официальный клип, он должен появиться прямо в начале октября, да? Где-то через 6 числа мы уже будем релизить и клип вместе с песней по всем соцсетям и везде, по всей сети интернет. Так что... Итак, 6 друзья, октября. Новое творение Натана называется «Гипнотайз». Мы, конечно, сразу же задаем вопрос нашему гостю. История появления песни, когда родилась. Знаешь, что любопытно, мне очень понравилось, как-то ты спрашиваешь у своих подписчиков в Инстаграм, сижу, думаю, какой следующий релиз делать, дерзкий, кочевый или романтик? Вот в истории с «Гипнотайзом» здесь не было сомнений? Наверное, там совокупность всех этих жанров и всех этих эпитетов. Ты подумал и решил объединить их все? Да, да. Так решили они, так решили подписчики, и они писали, что нужно сделать что-то вот все это в один флакон. И я как-то попытался уместить все это в один флакон. И получилось у тебя, реально, кажется, получилось, да. Ну а что в клипе? Ну расскажи, это же очень интересно. Из первых уст узнать подробности. В клипе мы расскажем историю о том, как молодой человек, уже утонувший в грехах, вот этой его сладкой жизни в лице самого дьявола, так, будет совращать и брать на себя еще одну ответственность, портить очень чистую юную душу, девочку. То есть будут опять постельные сцены? Нет, нет, ни в коем случае. Никакой пошлости, ничего. Все очень выдержано, все очень стилизовано и... Максимально пытались отойти от пошлости и сделать. А не получится ли, как это, кстати, иногда в жизни бывает, что ты самая девочка непорочная, и в итоге так удивит своей порочностью этого демона, что... Нет, нет, в итоге выйдет так, что все-таки демон сделал свое дело, и чистая, целомудренная девочка становится той самой второй половинкой. Муж и жена — одна сатана, скажем, вот так. Вот оно что. Да. Ну, любопытно. Ты принимаешь участие в сценариях клипа? Или ты уже на съемочной площадке? Нет, вот в этом клипе как раз-таки я максимально свое участие проявил, потому что и настроение, и все картинки, и весь стиль. Я сидел, подбирал с режиссерами, кидал им. Мы день и ночь просто обменялись информацией, кто и что. И получилась такая совместная работа, которой я очень рад, и для меня это большой опыт. Ты, кстати, тоже где-то писал, что как раз собираешься вот именно этот клип сделать каким-то особенным, да, что хочется прям как-то так удивить своих как поклонников. Как минимум там, да, как минимум там все, что я мог, я максимально внедрился туда и постарался не просто так ждать клипа, сложа руки, а прям участвовать в нем и создавать его. Друзья, мы продолжим общаться с Натаном. Конечно, есть еще о чем поговорить. Сейчас предлагаю посмотреть и послушать артиста уже в клипе под названием «Я хочу быть с ней». Кстати, классный очень клип. Расскажешь потом про него тоже. Конечно. Натан сегодня с нами, друзья. Это программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна FM». И вот «Я хочу быть с ней» клип — это предыдущая твоя работа такая, да? Да. Скажи, пожалуйста, доволен ли ты этим клипом? Мы-то очень. Нет, я абсолютно доволен, потому что клип получился совместно с отдыхом и с очень хорошей компанией режиссера и оператора. И, скажем так, мы просто снимали на тот момент, как мы отдыхали. Ну, какая сделали это прелесть. Красиво, да. Все было круто. А вот когда ты пишешь следующие вещи о себе, сижу, ругаю себя, знаю по себе, когда я злой, я могу очень обидеть, но справедливый, да, себе поблажек не делаю, самокритичен и жесток. И сейчас я разнес себя по всем статьям, да, за, да, совокупность проделанных ошибок за неделю. Да. А здесь что имеется в виду? Здесь все имеется, даже то опоздание, которое вот у меня происходит иногда, вот такие вещи. Но по большей части, наверное, я сейчас больше ушел в музыку, и где-то у меня бывают небольшие провалы, небольшие минусы в плане музыки.
И... Как это? Что? Расскажи. Не да. попал в ноту во время концерта? Нет, нет, нет. По большей части это сбор команды, полностью такие небольшие джемы, сейшены с музыкантами, где приходится очень много выбирать людей, тех или иных, и иногда приходится ошибаться, потому что не все подходят в команду. Но при этом ты видишь, винишь себя. А большинство-то как делают? Как раз винит остальных, других? Вокруг столько замечательных людей, кого можно обвинить вообще в своих проблемах? Нет, все лажи, которые ты допускаешь, даже и те, которые на первый взгляд кажутся от других людей, это только твоя ошибка. И поэтому я исключительно ко всему этому отношусь, что виноват ты только сам. Ну, слушай, невероятно мудро. А да. ты всегда был такой, или ты вот только с возрастом как-то осознал эти вещи? Да нет. Я думаю, с возрастом, потому что были примеры, люди, которых я учился, видел, и небольшие. Я очень ленивый человек, читаю очень мало, но кое-что и кое-где вычитал, и все-таки пришел к тому, что никогда никого ни в чем не вини. Только ты сам, и все. Ну, а окружающие тебя люди наверняка не все придерживаются этого мнения. Ты пытаешься как-то объяснять это, я знаю, аргументировать примерами? Все это отмазки. Что бы вы ни придумали, как бы себя оправдать, все это отмазки, и всегда можно сделать лучше, чем можно. Слушай, прекрасно, мне очень нравится Натан, все больше и больше с каждым разом. И, друзья, сейчас я предлагаю вот нам уже с огромным удовольствием наконец-то послушать супер-мега-новое творение «Гипнотайз». Это премьера в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Вот эта премьера, она состоялась, и 6 октября, напомним, выйдет клип официальный, классный. Ждем премьеры. В интернете появится, конечно, в эфире «Страна ФМ». Также его ловите непременно. Я немножко по твоему инстаграму пробегусь, если ты просто, что мне очень нравится твой инстаграм, и инстаграм Насти, надо сказать. Она в последнее время, супруга Натана, для тех, кто, может быть, да, не въехал мне сразу или подзабыл, она в последнее время очень много отвечает на вопросы подписчиц, да, что касается семейного счастья, отношений в семье, внутри, даже как со свекровью наладить отношения, как правильно это все устраивать. Ну и у нее было такое сообщение, что готовьтесь, скоро будет еще что-то там много интересного в инстаграме. Насколько я понимаю, это связано, может быть, и с работой также, да? Она же у тебя дизайнер. Она и рекламы и рисует. Да. И... Да. А основная ее деятельность там все-таки какая? Не семья, я сейчас имею в виду. Ну, вообще, она арт-директор. И вот директор в области дизайна и рекламы. Вот прямо у нее все с этим хорошо. Но по большей части у нас была договоренность, что как только я выхожу на нужный уровень самочувствия, как и в работе, как и в финансовом положении, она отрекается от работы и занимается домашним уютом и очагом. И эта договоренность сейчас сохраняется. И по большей части мне сейчас все очень нравится, как меняется все дома и как все приобретает то самое, о чем я мечтал. И вкусный супчик, чистота. Да, все очень классно, и ласка, ничего больше не нужно мне, да. Мне больше ничего не нужно. Это очень красивая история, тем более, что Настя вот в интервью признается, что она девушка сильного характера, такая амбициозная, раньше была такая карьеристка, и, в общем-то, да, планировала дальше строить свою жизнь. Потом встреча с тобой, и потом она стала мягче, естественно, родила сыночка, и после этого еще больше изменения. И мне кажется, сейчас вот эта вот история ее, когда она дает совет, она тоже невероятно хорошо получается, очень хороший такой русский язык, и совет очень правильный. Ну да, но она дает советы не те, что выдумывает, а те, что на самом деле уже были, какие-то даже моменты проблем, какие-то посты. Она даже спрашивает у меня, что делать. Я говорю, расскажи лучше, как есть, расскажи лучше, как правду. Да, всегда не приукрашивает. Она всегда заденет душу. И вот сейчас она как-то взялась за гуру и передает свой опыт, какие-то знания, какие-то советы с помощью инстаграма. Ну, это очень хороший опыт, хороший пример, потому что, ну, я убеждена надеюсь в этом. Да, конечно. Поэтому она умница, у тебя невероятная, большой спасибо. Привет и передавай. У вас, кстати, отпуск был, ну, можно сказать, не так давно, в августе, да? Ты пишешь у себя в инстаграм: мой первый отпуск, в котором реально получилось выдохнуть и расслабиться. Да. На самом деле так. А как до этого ты отдыхал? А, правильно, у тебя был клип, ты снимал во время одного отпуска, да? Да, в основном отдыхи как-то сопряжались с работой, и как-то не всегда получилось полноценно отдохнуть. А здесь все очень круто получилось. И... Ты отключил мобильник? Даже нет, что даже я сделал? Не отключал, как-то подошел к этому уже вот очень правильно, очень полноценно, причем у друга свой отель. И мы когда поехали, у него и без проблем
Просто целыми днями бассейн, тюлени, отдых, и было классно. На самом деле, я прям отдохнул. А где вы были? Мы были в Турции, в Белеке, отдыхали там. Я в первый раз вообще с женой и сыном полетел на отдых. Это первый мой дебютный отдых семейный. И поэтому, наверное, я по большей части вот так вот кайфанул прям. Ну, так чувствуется, я понимаю, теперь даже по энергетике, что там человек отдохнул, да, куда-то съездил. Ну, скажи, а Натанаэль, как он воспринял море, все вот это вот понравилось? Очень классно, очень классно. Я думал, что будет все немножко по-другому, но на самом деле все сложилось еще лучше, чем я думал, и пацан почернел, стал похож на меня, да. Буквально за 10 дней у него появился такой крутой загар, не хватало только бороды, и, в принципе... Пока карандашом можно или маркером что-то рисовать. Да, и сразу же, как мы только улетели, он сразу же начал планировать, когда мы прилетим обратно. А, значит, значит, понравилось тоже. Есть ли у него любимая папина песня? Да нет, он толком и не понимает, чем папа занимается. Для него это все приколы, что я там на сцене, что я там хожу. Потому что он всегда мне желает хорошей работы. Не знает, куда меня отправляет. Он всегда говорит: папа, хорошо, поработай. Я такой: окей, спасибо, сына, иду. Но иногда видит меня по телевизору, и... но он часто путает нас, всех блэкстарцев, да у что кого ты? Есть... Борода? Да. Он говорит: папа, это ты? Я говорю: да нет, это не я, это Тим. Папа, это ты? Я говорю: да это Мод. Это очень часто. Вы же там все братья, да, ну, получается? Он говорит: значит, у него все папы тоже, можно так сказать? Да. А, папа, это ты. Ну, а девочек как-то отличает блэкстаровских или нет? Тоже не разбирается. Кристину, может быть, или Хана, что-то как-то так? Нет, да, он, в принципе, он в саду, он знает, что вот у него есть куртка Black Star Mafia. Только взрослые родители знают, что это такое, а детям-то что они? Он единственное знает, что слышит, что такое дерзкое. Да, да, и то от детей. Очень хорошо знает. Да, и то от детей он это знает, и когда я прихожу, у детей иногда маленький шок, они смотрят: твой папа, а он-то, ему-то что? А это мой папа. Ну, это мой папа, да, все со мной, мой папа такой. А как ты думаешь, эти слова «папа, хорошо, поработай», они означают, что папа, принеси много денег мне на подарки? Да, 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 абсолютно, очень фактическое, буквально значение того, что я ему задаю вопрос: папа, для чего работает? Он говорит: чтобы заработать мне на игрушки. Я говорю: ну все, разговоров не договорились. Ну, в общем-то, так ведь да, и есть. Да, да. Друзья, мы продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Натан. Оставайтесь с нами, прервемся ненадолго. Лучшее в стране. Телерадиоканал «Страна ФМ». У нас в гостях Натан. Друзья, только что буквально во время звучания и трансляции клипа Егора Крида «Папина дочка» выяснилось, что, оказывается, Натан на концерт в Санкт-Петербурге. Да. Послезавтра в «Аврори Холл» концерт на состоится. День первокурсников. День... А, то есть это будут вообще все студенты, это все вообще, первокурсники. Да, все. Это, да, это будет это же нечто. Будут тысячи и тысячи. Да, это будет круто. Я прям готов взорваться. Так что, ребята, Питер, если кто-то еще не в курсе был, да, хотя наверняка афиш по всему городу, но вот теперь вы точно знаете, бегом узнавайте, там, как с билетами обстоят дела и так далее. Ну, а дальнейшая афиша твоя есть где-то на сайте Black Star, да, у тебя в официальных страничках. Есть на сайте Blackstar весь график, не только мой, всех артистов, так что любой человек может проследить, где и когда мы будем выступать. Вне эфира мы затронули эту тему уже с Натаном. Теперь хочу в эфире, чтобы у нас все были в курсе по поводу взаимоотношений в Blackstar. Ты там уже три года, да, около чуть того, больше. Да? Вот скажи, на сегодняшний день как-то изменилось твое там мироощущение? Конечно, да, конечно. Оно всегда менялось с первого дня, как я подписал контракт и как я вошел в эту большую игру. Все менялось, и по сей день все меняется, и я этому очень рад. И... Но в лучшую сторону тебе конечно, нравится конечно, все больше. Конечно, конечно. Я научился быть благодарным за простые мелочи. И всегда, вот, наверное, позавчера я сидел и все обдумывал, думал: блин, как круто все сложилось. Я очень рад и очень счастлив. А что касается общения с тоже с остальными членами мафии Black Star, они случаются крайне редко. Ну да, крайне редко. Где-то мы пересекаемся, либо, может быть, в офисе, либо это будут гастроли, да, окей, общие какие-то площадки, только там. Ну а что касается каких-то премьер, например, вот вышел у кого-то клип или песня? Мы все дружно друг друга поддерживаем. У нас есть чат, где мы все переписываемся, и где каждый, друг друга, да, каждый артист просит где-то поддержать, и все, конечно, от души, и все с большим удовольствием поддержим, в этом и есть гарантия успеха. Ну, а не бывает такое, что ты, например, явно видишь, что твоего там коллеги вышло, ну, так, могли бы сделать и посильнее?
С кем-то мы это обсуждаем напрямую. Да? Да, с кем-то мы обсуждаем напрямую. Где-то это просто идут какие-то разговоры, обсуждения, и потом все равно мы выходим с артистом и говорим, ну прикольный трек. Ну, можно было бы сделать лучше. Да, и где-то все, есть такие моменты. И испортили настроение надолго-долго-долго. Да не, я думаю, все артисты адекватно к этому относятся, и некоторые даже сами где-то ставят какие-то оценки сами себе и выносят из этого большой опыт, и дальше уже происходит совсем другая история. Когда ты пишешь песню, или там стих просто, ты вот четко пишешь уже для себя, или ты иногда понимаешь, что это вот подошло бы кому-то из артистов других? Нет, четко для себя. Только для себя, четко, да? Четко для себя, да, и я вообще этим не занимаюсь. А если бы кто-то попросит, Натан, напиши мне. Я не знаю, но раньше я делал такое. Раньше я работал на студии, как раз работал звукоинженером и аранжировщиком. Это в Казахстане еще? Это когда, да, в Казахстане. И писал для людей, и писал лучше, чем для себя. Как-то оно получалось легче, не для себя. Я как-то на это очень легко реагировал, потому что я самокритичен. Если я пишу для себя, нет, это не то, это не то. А так я писал для людей, и это очень круто получалось. Круто у тебя получается все и сейчас. Мы тебя искренне благодарим за твой визит, за то, что ты пришел к нам. Да, мы тебя поздравляем спасибо с премьерой трека. Спасибо и, конечно, большое. Ждем 6 октября уже клип на песню «Гипнотайз». Обязательно будет. А, ждем тебя у нас в гости еще и еще с премьерой в программе «Концертный зал». Надеюсь, тоже придешь и что-нибудь нам зачитаешь. Конечно, конечно. А, чудесной семье твоей большой привет. Спасибо. Спасибо большое. Давайте нам красивый, прекрасный пример. Друзья, обязательно. Натан был гостем спасибо программы «Лучшая в стране». И сейчас, кстати, в ваших телевизорах и приемниках тоже Натан. Песня и клип «Твои глаза».